Неприятный сюрприз обнаружила одна из жительниц города, выходя из подъезда собственного дома. Как обычно, женщина направилась к своему автомобилю, к слову сказать, купленному совсем недавно, 4 месяца назад, и сразу увидела, что передняя часть машины, а также левая сторона сильно поцарапаны. Кроме того, бампер автомобиля искусан. Елена сразу же обратилась к участковому. Он составил акт о порче имущества. По словам полицейского, в течение 3 дней автомобиль пройдет экспертизу, после чего будет установлена сумма ущерба. Кто это сделал, пока не ясно, но женщина уверена, это дело не рук, а лап, скорее всего, большой собаки. Вчера в обед вышла и увидела, что у меня машина покоцанная, как говорится. Сначала думали, что кто-то отверткой, но когда присмотрелись, это собачьи клыки, это видно.